Да я бы вам хочу сказать по поводу изменений России, чтобы я изменил для того, чтобы Россия стала лучше. Но я, во-первых, не говорю, а делаю. Я, например, создал свой конкурс красоты. По моему мнению, как по мнению многих, большинства людей, в России живут самые красивые женщины. Вот где? В какой стране мира? В России. Почему этот факт незаслуженно забыт? Почему мы пялимся на западные эталоны красоты, когда сами понимаем, что в России живут самые красивые женщины? Зачем надо туда смотреть и ориентиры оттуда брать? Нет, ориентиры должны быть здесь. И я занимаюсь именно тем, что настраиваю эти ориентиры в правильное русло. Зачем нам поехать на престижный конкурс, который там в Токио, там, в Париж или в Милан, который лучше считается. Почему он считается лучше-то? Если у нас самые красивые женщины живут. Так что, красивые женщины, обращайтесь ко мне в конкурс «Мисс Руси», обязательно будете лучшей женщиной в мире.